Можно, можно. Добрый день или даже добрый вечер, да, дорогие коллеги. У нас сегодня вторая часть нашего, возможно, такого длинного вебинара, посвященного ЕГЭ. И сегодня мы поговорим с вами про два остальных раздела, которые также вызывают вопросы и по которым возникают разные вопросы, вокруг которых существуют разные мифы. Это раздел лексика и грамматика и раздел письмо. Давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, чтобы успеть и пообщаться, и чтобы я успел ответить на ваши вопросы. Напоминаю, что у нас продолжается конкурс на лучший вопрос. Лучший вопрос по итогам этого вебинара, точнее говоря, учитель, задавший лучший вопрос, удостоится небольшого приза за это посвящение. Ну а мы с вами начинаем с раздела «Лексика и грамматика», заданий, точнее говоря, 19-25. Что это такое, я думаю, напоминать вам сильно не буду. Вы и так прекрасно все это знаете. Скажу только то, что это задание, предполагающее знание немецкой морфологии. То есть, насколько проверяющий, насколько учащийся знает и помнит, как склоняются, спрягаются разные знаменательные части речи в немецком языке. Ксения Першина отобрала специально для вас, для этого вебинара, два разных комплекта заданий лексики и грамматики, раздела лексики и грамматики. Ну и, собственно говоря, от нее же я получил задание выполнить один из вариантов раздела письмо. Все было по-честному. Она подобрала тот вариант, который ей больше понравился или представлялся наиболее сложным. Но я постарался уложиться в то время, которое отводится учащимся на экзамене, и написать обе части этого раздела письмо. Начнем мы, правда, с лексики и грамматики. Итак, задание на морфологию. На каждом из слайдов, которые вы будете видеть, сейчас и будете видеть потом, я специально выделял жирным шрифтом те слова, которые мне помогают понять, догадаться и подобрать правильную форму слова, которое указано в скобках. Я понимаю, конечно, что, допустим, в случае со мной это происходит очень быстро, а учащиеся, возможно, поступают немножко иначе и действуют немножко по-другому алгоритму, но в любом случае в каждом из контекстов есть те или иные подсказки, которые помогают определить нужную, необходимую форму. И потом эту форму нужно будет образовать. Здесь это, конечно же, Lehrer, да, конечно же, понятно, что der, который соотносится с Lehrer, и помогает понять, что это некое одушевленное лицо, с которым совершается некое действие, о чем говорит, опять же, глагол wird, да. Соответственно, правильная форма в чате уже написали, замечательно. Pensioniert, как и положено, мы образуем эту форму без приставки ge, потому что глагол оканчивается на iren. Понятно, что хорошо бы глагол знать, тогда дело пойдет еще легче, еще быстрее, но контекст подсказывает, что нужна вторая часть сказуемого, точнее говоря, основной глагол в нужной форме, поскольку это пассивная конструкция. Движемся дальше. Здесь та же самая история, здесь есть местоимение «зи», оно соотносится с «шюлером», показывая нам, что это все-таки множественное число, потому что у нас с вами нет до этого, они, может, появлялись, но на самом деле у нас не было до этого пока еще, да, учителя и его супруги. Соответственно, мы смотрим на предыдущее предложение, понимаем, что действие происходит и описывается действие, которое уже совершилось. «Kamen» – это «претеритум». Дальше там тоже будут формы претеритумов по тексту. Соответственно, нам нужно тоже подобрать форму претеритума для глагола einladen, приставочка там в конце есть. Ну, даже для глагола laden, третья, вторая форма, не составляет труда ее вспомнить. Lud, добавить окончание n, получается luden, и мы будем правы, если напишем такую форму в соответствующие поля в работе в ЕГЭ. Третий контекст, следующий кусочек. Да, опять же, мы здесь должны понимать, что Schüler соотносится с местоимением ihr. Да? Также мы должны понимать, что есть у нас здесь, опять же, слово Gäste, гости. Это их, собственно говоря, точнее говоря, это их, да, все правильно, их сумки. Соответственно, сумки их гостей отнесли школьники в комнату в гостинице. Нужно подобрать соответствующую форму, genitive, множественное число. И «р» должно быть по идее, и это будет правильный вариант. Что касается некоторых нюансов, некоторых моментов, сразу некоторых мифов, которые ходят вокруг ЕГЭ. Да, существует такой совершенно замечательный вопрос, попадается все реже и реже, что, безусловно, радует.
Но тем не менее, некоторые учителя по-прежнему спрашивают и думают, и полагают, что в ЕГЭ, например, мы проверяем составные глагольные формы. Намеренно. Ну, как в английском языке. Да? Или, например, как, ну, например, там, gemacht hat. Да? Могу вас уверить, скажем так, и слегка разочаровать, мы этого не делаем просто потому, что в немецком языке сказуемое зачастую расположено, такое сложно сказуемое, расположено в разных частях предложения. И сделать или подавать примеры, преподавать специальные примеры, чтобы оно было сложно компактно, только для того, чтобы проверить, насколько учащиеся в состоянии сделать такую форму, мы этого не делаем, от этого давно уже отказались. Иногда бывают случаи, очень редко, когда такое случается, а у нас был такой случай в одном из вариантов, но там была допустима форма прошедшего времени, простого прошедшего времени, и тоже можно было использовать. Кроме того, почему мы этого иногда и не делаем, мы прекрасно понимаем, что в немецком языке не существует жесткого, очень жесткого, категоричного правила, когда что использовать. А поскольку тексты в этих заданиях на морфологию, да, достаточно маленькие, и нет более широкого контекста, объяснить потом, почему именно претеритум или почему именно perfect, достаточно сложно. Кроме того, существует еще одна такая история, еще один миф о том, что мы проверяем в ЕГЭ конъюнктив. Второй, например. Не проверяем. Объясняю, почему. Задание базового уровня, это означает, что мы ориентируемся на уровень примерно А2+. На уровне А2+, конъюнктив второй только начинается. Проверять его в ЕГЭ было бы не очень честно по отношению к школьникам. Для этого базового уровня эта тема не является уже пройденной и хорошо изученной. А есть еще большая страшилка. Говорят, что мы проверяем конъюнктив первый в ЕГЭ. Так вот, хочу вас опять же уверить разочаровать, мы этого не делаем. Это еще более сложное грамматическое явление, и намеренно проверять и то, и другое мы не собирались и не собираемся. Есть в отдельных случаях контексты, в которых подходит форма обычная индикатива и форма обычная конъюнктива. И если ученик достаточно осведомлен в немецком языке, что он в состоянии написать форму конъюнктива, ради бога, пусть пишет, она будет засчитана как правильная, там, где она уместна. Но, опять же, в этом же случае, в этом же контексте, вполне всегда существует на равных правах с конъюнктивом форма обычная индикатива, и она тоже является правильной, и ее как раз и требуем мы обычно от школьников в этом задании. Давайте попробуем дальше проверить следующий контекст. Здесь мы понимаем, что есть слово меню. Понятно, что нужно знать, какой род у этого слова. У слова меню, средний род, оно является подлежащим. Это нам не сильно помогает, не сильно мешает, но тем не менее, мы должны совершенно спокойно сделать First Delicious, да, поставить нормальное окончание, учитывая, что у нас есть неопределенный артикль ein. Опять же, развеем еще один миф, что мы проверяем в ЕГЭ сложные случаи склонения прилагательных. Ну, например, склонение прилагательных после таких местоимений, в данном случае считается в немецкой грамматике, как solche, или manche, или viele, или einige. Так вот, уважаемые коллеги, нет, мы этого пока не проверяли и не собираемся проверять просто потому, что это те самые сложные случаи. Они проходят чуть позже. Если мы возьмем европейскую шкалу, это не А2+, а чуть-чуть попозже. Они только начинаются в это время, а некоторые совершенно точно появляются только на уровне B1. У нас же задание базового уровня, поэтому мы этого не проверяем. Движемся дальше. 100 показывает множественное число. Да, мы знаем, что иногда в немецком языке обстоятельств времени может стоять и выражаться существительным в винительном падеже без предлога. Здесь нужно множество слова tag, мы обозначим, что спокойно слово tage, и это будет правильный ответ. И параллельно развеем еще один миф, который выходит о ЕГЭ, что мы проверяем разные сложные формы множественного числа. Нет, не проверяем. Мы проверяем множественное число тех слов, которые должны быть знакомы школьникам на данном уровне. А слово tag они знают. Если они по каким-то причинам не выучили форму множественного числа tage, это, к сожалению, проблема школьников, либо учителей, частично, которых обучали. Это не наша проблема, мы абсолютно честно в случае поступаем, мы берем то слово, которое, по идее, школьник на уровне должен уже давным-давно знать. Есть еще одна, опять же, такая
не совсем легенда, такой есть вопрос, а нужно ли для этого знать форму образования множественного числа, способы образования множественного числа, разные правила, исключения. Если человек это знает, хорошо, замечательно, здорово, но на самом деле в данном случае, в данном задании это не совсем необходимо, потому что мы еще раз повторяю, проверяем форму множественного числа, наиболее употребительных, существительных немецкого языка, которые нужно освоить на данном уровне в обязательном порядке. Соответственно, поскольку мы учим в немецком языке существительные всегда с формой их множественного числа, потому что у нас есть разные варианты, не обязательно вдаваясь в подробности, как это все происходит на самом деле, да, ученик, по идее, эти формы должен знать. Движемся дальше. Здесь немножко сложнее. Ausgewählt von, да, фон показывает на дательный падеж. Исходя из контекста, мы понимаем, что это, скорее всего, не зритель один, а несколько телезрителей. Кроме того, отсутствует артикль, что тоже нам подсказывает, что должна быть форма множественного числа. Мы ее совершенно спокойно образуем, да, как и положено, без всякого суффикса, но, поскольку это дательный падеж, добавляем окончание n. Fernsehzuschauern должно быть, по идее, оно было написано в бланке ответов на ЕГЭ. Ну и последний для этого контекста кусочек. Да, здесь, конечно, есть некое противоречие. Разные временные формы используются в начале этого кусочка и в конце, но о том, что эта форма будет именно такая, а именно в настоящее время, нам показывает наличие heute. Да, когда-то, может быть, Оруэлл написал роман, и в нем было написано именно это, но вот сейчас man показывает, что среднее третье лицо единственное число. Das nimmt man heute offenbar nicht mehr ganz so ernst. Да, nimmt – правильная форма. Главное правильно написать, правда. Да, одно «и», два «м», без всякого «е», без всякого «х». Но это, опять же, базовый глагол. И как он пишется, как он спрягается в настоящем времени, дети к этому концу уровня А2 должны уже, по идее, знать. Еще один пример этого задания, другой немножко текст. Здесь у нас есть, опять же, та же самая история. Там мы смотрим на разные окружающие это слово «слова», да, это глагол в скобочках данные слова. Понимаем, что в принципе, исходя из «кам», «лаг», это будет прошедшее время, «ич» подсказывает число и лицо, соответственно, правильная форма «мусте». Это тоже, по идее, должно быть известно к этому моменту уже. Дальше прочитываем весь этот кусочек совершенно спокойно. И понимаем, что в самой конструкции, где нам требуется, опять же, винительный падеж после «es gibt», понятно, что «viele gleiche» показывает нам множественное число, «haus» – слово известное, можно совершенно спокойно понять, догадаться, какая будет форма нужна. Мы знаем эту форму, и учащиеся тоже нужно ее знать, да, образуем совершенно спокойно «häuser». «Viele gleiche häuser» – множественное число, винительный падеж, а значения никакие не нужны. Кроме существенного множественного числа, больше мы ничего не добавляем. Да, добавляем умлаут, конечно, естественно, это существенно образует множество число с умлаутом. Как и многие, как и все практически существительные среднего рода, имеющие суффикс «er», если есть «а», «у» в корне, то умлаут, естественно, автоматически практически появляется. Движемся дальше. Здесь у нас с вами из контекста следует, что пропущено, и стоит, собственно, прилагательное. Нам нужно поставить его в правильную форму. Это женский род. Это у нас с вами единственное число, это винительный падеж. Здесь есть, правда, два варианта. Да, с одной стороны, можем сказать «eine lange Reise bevor», да, длинная поездка. Можно, в принципе, если кто-то знает и правильно умеет использовать эти формы, можно, конечно, «eine lange Reise bevor», пожалуйста, то есть не короткая, не очень, не продолжительная, скажем так, а такая относительно длинная получится, значение относительно длинная поездка. Да, оба варианта будут правильные, и ничего особенного, опять же, не случится. Движемся совершенно спокойно дальше. Следующий контекст. Здесь, собственно, видите, как поменялось это задание в течение времени. Да, у нас есть с вами вариант достаточно старый, где был один большой текст. Дальше мы перешли. Нет. Да, по-моему, да, если я в ней ничего не путаю. Дальше мы перешли постепенно к практике двух небольших текстов с разным количеством сложностей, но тем не менее это были не очень большие тексты. Здесь мы опять же понимаем, что, во-первых, с помощью того, что я выделил курсивом, понятно, что «зи» в данном случае означает «она», а не «они». Почему не они, важно, что не «они», там было упоминание о детях, да, «Лиза и Макс». Понятно, что это «она»,
Понятно, что neben требует в данном случае разных падежей, в зависимости от того, кто, где или куда. Sitzt – где, neben ihr – sitzt. Соответственно, получается правильная форма дательного падежа для этого местоимения. Да? Здесь, опять же, правильно, важно помнить, что есть у нас случаи, когда два разных совершенно слова пишутся у нас одинаково, и нужно, исходя из контекста, различать одно и второе, отличать одно от второго. Да? Это, во-первых, местоимение sein и глагол sein. Это, во-вторых, конечно же, местоимение ihr в смысле вы и ihr в смысле ее или их даже. Да? И, конечно же, два местоимения sie и sie – это она или они или даже вы. Да? Здесь тоже нужно, исходя из контекста, понимать, что имеется в виду, ибо формы у них все-таки разные. Да? Если перепутать, то можно дать неправильный ответ. Я думаю, что на вопросы по этому заданию отвечу чуть попозже, после того, как мы с ним закончим. Осталось недолго. Что касается следующего кусочка. Да, здесь интересный пример. Слово «детектив», которое не является существительным слабого склонения, поэтому мы склоняем его как и положено с окончанием «s», а не с «detectives». И, собственно говоря, это была бы правильная форма, то, что это генитив показывает «eines». Да, мы помним, что для мужского среднего рода, да и в принципе в этой табличке с формами неопределенного артикля «eines» появляется только в одном случае – это генитив. Средний или мужской род принципиально, конечно, иногда, но в случае не особо принципиально – «detectives». Здесь у нас есть предложение «ein Buch». Да, понятно, что речь идет, исходя из контекста, о том, что эта книга, в принципе, вот она вот появилась или появится, да, и она, в принципе, там идет рассказ о том, как это все создавалось, рассказ идет в настоящее время в основном. Поэтому здесь у нас нужна форма с настоящего времени, третьего лица единственного числа. Не забываем, что глагол «versprechen», вспоминаем, точнее, что он сильный глагол «verspricht», ну и «spannend zu sein» только подкрепляет нас в том, что это нужна, опять же, какая-то изменяемая форма, чтобы инфинитивная конструкция могла соотноситься с этим глаголом. Ну и последнее для этого варианта, для этого задания, да, у нас есть в данном случае форма перфекта, да, есть перфект в предложении, hat уже дан, есть подлежащее для экзамена класса try-be, но это не принципиально, потому что неважно, какое будет подлежащее, потому что нам нужна форма второго причастия, aus, не забываем, что приставка отделяемая, denken, глагол такой смешанный, получаем ausgedacht, это будет правильная форма. Что касается некоторых, опять же, моментов, связанных с этим заданием, некоторых недоразумений, мифов, слухов и так далее, и так далее, и так далее. От кого-то когда-то я слышал, что мы проверяем в ЕГЭ вот в этом задании причастие первое, причастие второе, которое используется в качестве определений. Ну, например, там, der Fahren, der Zug, или, например, там, не знаю, там, das gelesene Buch. Это миф. Мы этого не проверяем. Это даже в нашей примерной программе в стандарте обозначено как повышенный уровень сложности. Буковкой P обозначено. Как мы можем проверять что-то повышенное уровень сложности в задании базовом? Этого мы не делаем. Еще одна история, что нужно знать все существительные слабого склонения. Нет, не нужно. Нужно знать только те, которые наиболее употребительны для данных, на данном уровне, скажем так, либо знать хотя бы примерно правила. Да, помните суффиксы хотя бы частично. Как определить, слабое или не слабое склонение. Это тоже дети проходят. 24-е «verspricht». Соответственно, еще один миф, который мне хотелось развеять, что задание 19-25 – задание с подвохом. Вот я хочу, чтобы ученики понимали, вы понимали, никаких подвохов у нас там нет. Вы знаете, очень печально, иногда грустно, иногда хочется плакать, когда смотришь на задание, которое мы составляем. Например, справа стоит глагол в начальной форме. Все, что нужно было сделать ученику, поставить его, собственно, переписать его в этой же форме, поскольку требовалось от него поставить его в третье лицо, умноженное число настоящего времени. Но ученик не верил, что мы можем такие вещи делать. Он думал, что у нас подвохом задание. Да, и написал неправильную форму. Зачем? Не очень понятно. Подвохов нет, мы проверяем разные совершенно формы. Мы не отказываемся от глагола sein, не отказываемся от глагола haben, можем проверить werden, можем проверить любой глагол, даже слабый глагол, даже в настоящем времени, чтобы убедиться, что да, ученик понимает, как что спрягается в немецком языке. Специально самые сложные, самые зубодробительные примеры мы не подбираем, мы этого не делаем в принципе. А если мы это делали,
вы его больше не увидели в наших кимах ни разу. Модель был Können в форме Man kann, который делает, к слову, 90% учащихся. Ну и так далее. Ну и еще кое-что, то, что касается непосредственно специфики немецкого языка. В это задание попадают, могут попадать. Давайте оговоримся так, что могут попадать, не обязательно попадают, могут попадать следующие явления, которые относятся несколько к морфологии, не к словообразованию, а к морфологии. Это, во-первых, образование порядковых числительных. Это морфология железная. И это, конечно, степень сравнения, тоже морфология. Хотя используются суффиксы, да, конечно, но это именно морфология. Переходим к следующему заданию, которое у нас является заданием на словообразование, с порядком номерами 26-31. Здесь тоже есть некоторые нюансы, есть некоторые, опять же, мифы. Мы тоже потом их спокойно обсудим. Нет, подождите, я обещал вам ответить на вопрос, если они, конечно, будут по существу. Мама. Только по письменной части, не только по письменной части, устная часть попробуем потом ответить, Вечный вопрос, может подготовить к ЕГЭ? Можно. Даже если второй язык, сдают, язык неплохо. Интернет-ресурсы, хороший вопрос, FIPI сайт можно использовать совершенно спокойно. Есть разные сайты разных учебников, в том числе отечественных и зарубежных, где есть разные тестовые задания. Не помешают. Про письмо решим. Давайте все-таки вернемся обратно. Судя по всему, у нас вопрос не только про 19-25, поэтому будем чуть потом уже в порядке, прям подряд буду попробовать ответить на все вопросы. Постараемся побыстрее разобрать все остальное. Словообразование. В данном случае в этом контексте есть известное географическое название, нет, не название географическое, название известного объекта, находящегося в городе Берлине, Берлинская стена. Есть такая возможность образовать слово «Берлин», прилагательное «Берлина», значение «берлинский», это и будет правильным ответом «Die Berliner Mauer». В данном случае принципиально понять, что имеется в виду, что имеется в виду та самая стена. И можно будет вспомнить даже как. Если вы где-то когда-то видели, как она называлась, спокойно совершенно написать. Учитывая, что вы пишете в бланке ЕГЭ все буквы наглавные, с маленькой напишите, с большой, написали бы в реальной жизни, это не принципиально. Это будет совершенно незаметно. Здесь у нас с вами есть подсказка в виде in meiner, да, показывающая женский род. По контексту и по глаголу мы догадываемся, что это некий процесс, либо результат этого процесса воспоминания. Единственное число, женский род, суффикс «un», «innerung», правильный ответ, собственно говоря, напрашивается сам с собой. Ну и подсказка еще в виде «das», которая показывает, что за воспоминание. Да? Собственно, дальше у нас есть, опять же, подсказка в виде «ihre», в виде «sagen». Понятно, что намек идет на слово «мнение». Два варианта вполне могут быть «meinungen» и «meinung», и совершенно спокойно можно... один из двух вариантов выбрать и написать было бы в ответе на ЕГЭ, и оба варианта были правильны. Да, все остальное, собственно, подсказывает, что имеется в виду. Окружение в той или иной степени подсказывает, что имеется в виду. 29-е задание в данном случае. Опять же, Bein подсказывает, что это у нас с вами мужской род, как минимум. Да, соответственно, или средний род, и то, и другое возможно. Das zu tun показывает, что это некий конфликтный конструкт, относящийся к этому существительному. Оно... Такое бывает. Вспоминаем, что было до этого, да, что люди пытались что-то сделать. Соответственно, у нас с вами нужно слово «попытка», поэтому «Bein Versuch». Соответственно, «Bein Versuch das zu tun». Дальше, опять же, подсказка в виде «unsera», да, наш женский род. Видим прилагательное «нам», понимаем, что по контексту имеется в виду близость, да, недалеко от нас, слово школьникам известное, образуется с помощью суффикса «э» и «умлаута», «in unserer Nähe». Получаем совершенно нормальный ответ, правильный в данном случае. Ну и последнее для этого задания, для этого текста. Опять же, здесь есть существительное, пропуск нужно заполнить чем-то, опять же, пропуск между артиклем и
Существительным обычно в этом месте может стоять прилагательное. Надо догадаться, как обозначить прилагательное слово «Шрек», попробовать разные варианты, дойти до слова «Шреклись», поставить его в правильную форму и получить «А не Шреклися», «Заха» – это будет правильный ответ «Шреклися». Да? Здесь две сложности, конечно, образовать «Ки», поставить в правильной форме, но это допустимо для этого задания. Это встречается нечасто, но это допустимо. Собственно говоря, движемся дальше. Второй, да, возможный, второй текст, второй вариант. Задание 26. Здесь у нас с вами, соответственно, есть пропуск, да, и мы можем поставить что-то образованное от слова «глюк», да, соответственно, пропуск – это вторая часть сказуемого, это может быть либо, по идее, существительное, либо прилагательное, в данном случае, конечно, прилагательное. Опять же, пробуем разные варианты, наиболее, скажем так, используемый суффикс – это «ich», «lich» и «ish», да. Соответственно, ну, «glücklich», понятно, что есть вариант диалектный «glücklich», но мы все-таки за норму, поэтому «glücklich» будет правильный вариант. И, собственно, «das» подсказывает тоже, что это будет некое прилагательное, существительное, ну и так далее. Попробуем дальше. Дальше у нас с вами есть некое устойчивое выражение, которое легко опознается. Ist zu, пам-пам-пам, bei Freunden. И те, кто знает это выражение, легко образуют слово besuchen, существительное besuch. В принципе, в предыдущем кусочке был намек на, собственно, визит. Да? Он, собственно, и описывался без того, что, ну, правда, не назывался конкретным словом. Но, тем не менее, да, главное, что... Устойчивое выражение тоже известно для школьников, и они совершенно спокойно должны его использовать, уметь использовать. Субезух. Безух – правильно будет вариант. Дальше у нас с вами есть, собственно говоря, все, что необходимо знать. Да, это то, что у нас есть некое существительное, которое мы должны образовать от глагола «регион», потому что должно быть подлежащим оно в предложении. Оно должно соотноситься со странами, да, оно должно быть во множественном числе, поэтому мы образуем форму «regierung», «regierungen», соответственно, правильная форма будет в данном случае. Следующий контекст. Здесь вообще все очевидно. Есть Ангела Меркель, есть «seine», все показывает на то, что это существительное должно быть женского рода. От образованного слова «chef» очень легко образовать существительное в немецком языке с помощью суффикса «in», «chefin», нет ничего проще. В единственном числе понятно, потому что персона все-таки одна. Дальше, собственно говоря, выделено курсивом то, что подсказывает, какое оно существительное в следующем контексте. Да, здесь просто нет никаких косвенных, скажем так, улик, нет никакого окончания, нет непонятно какой-то род, но тем не менее от прилагательных «aufmerksam» и такого типа понятно, что образуется существительное с помощью двух разных способов, да, «heit» или «kite». В данном случае это будет «aufmerksamkeit». Так оно и должно звучать. И «aufmerksamkeit» читается с тем, что было выделено курсивом на предыдущем слайде. Если вы посмотрите, да, там «herzlich», «freundlich», «pam-pam-pam», это есть внимание, собственно, к этому человеку, да, на которое он не рассчитывал. Понятно, что нет окончания, потому что существительное абстрактное, оно может и не быть, и не обязательно «fil», собственно говоря, в этом случае стоит какую-либо форму. Ну и 31 кусочек, в данном случае последний кусочек этого текста и этого варианта. Да, тут есть небольшая сложность в том, что «э» должно выскочить, и мы понимаем, что это некое прилагательное, стоящее перед журналистом. Понятно, что это должна быть форма множественного числа, понятно, что это не «полинейшее», а «полинейшее», «полинейш» в смысле, да. Ну и, собственно говоря, мы должны поставить правильное окончание «полинейшее», «аух полинейше». Не нужно, не надо этого делать. «Аух полинейшее журналистен зим добавлен, расслан помюль зих пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». Здесь, правда, нужно понимать что, и помнить, что это все-таки некие базовые географические названия европейских стран, которые школьник тоже должен знать, он должен этим владеть. Ну и тем более это разные языки, которые, опять же, проходят очень рано. Прилагательное «полинейш» используется и для этого тоже, для обозначения польского языка. Да, это мы тоже прекрасно помним. Что касается некоторых мифов, которые у нас существуют вокруг этого задания. Миф первый. Мы проверяем глаголы. Не проверяем мы глаголы. Эй, полис журналистам, конечно, можно было сказать, но это не словообразование, к сожалению. Поэтому было бы неправильно. И это странно немножко звучит, но на самом деле пусть как оно будет, так и звучит, но это просто не словообразование.
мы не проверяем глаголы. Если вы вспомните стандарт и кодификатор в том числе, да, то у нас с вами нет практически никаких в этом кодификаторе стандарте приставок. Есть for и meet, и что с помощью их проверять, я, честно говоря, не знаю. Есть более жуткая, опять же, история, что мы проверяем, оказывается, не просто глаголы, а образование глаголов с разными приставками. Не проверяем мы этого. Объяснение очень простое, когда-то уже это объяснял, могу повторить еще раз. Это слишком сложная тема, чтобы требовать этого от школьника на базовом уровне, чтобы он понимал и чувствовал, когда какая приставка используется. Более того, глаголы эти, как правило, не уровня А2+, к сожалению, они сложнее, к счастью, точнее говоря. Это уровень B2 иногда, C1 иногда, B1, но не А2+, ни в коем случае. Есть еще одна страшилка про то, что мы можем проверять в случае с существительными, ну там типа Abflug, Abreise. Нет, не проверяем. Не проверяем, еще раз не проверяем, это совершенно точно не проверяем. Это тоже очень сложно. При том, что они, как правило, образуются все-таки от глаголов. То есть, если этот случай, опять же, бывает у нас случай, когда это просто отдельное существительное, существительное с помощью приставки, крайне редко. Бывает, конечно, глагольное существительное, abflugen, abflug, это мы, конечно, проверяем, но здесь мы проверяем, собственно, образование существительного от глагола, а не с помощью как раз не приставки, а нулевого суффикса и изменения корневого гласного. Приставка здесь вообще ни при чем. Важно, опять же, понимать, донести до школьников, что мы здесь проверяем словообразование. Потому что нам попадаются работы иногда, в которых ученики неправильно понимают, что от них хотят. Была совершенно одна изумительная работа, в которой ученик регулярно менял слова, данные на полях, справа, на синонимы этого слова. Кто ему это объяснил, это большой вопрос, но он был не в курсе, что он был делать, что он был делать нечто другое, образовывать новые слова с помощью разных словообразовательных элементов. Важный момент, да, разные ходят, опять же, слухи, страшилки. Польнейше, правильный был вариант, Полинс возможен, но не здесь, не словообразование это получается. Например, может ли быть в ЕГЭ такое прилагательное, как практикабель, образован с помощью суффикса абель? Образовано, все замечательно, все здорово, все супер. Нет, не может, потому что этого суффикса нет в кодификаторе. Мы не проверяем того, чего нет в кодификаторе. Или, например, можем ли... Есть другой, правда, случай. В кодификаторе есть суффикс «оа», например, «motor», «doctor», «motor», «doctor». Но вопрос в том, а есть ли какое-то слово, в немецком языке, которое оно образовано, которое можно поставить на поля? Нет, поэтому это тоже не проверяем. Как это проверять, я не знаю. Или, например, «museum». Классный суффикс «ум». Но что поставить на поля? Музе? А точно он образован в немецком языке было так? А точно не вместе пришло и музе, и музеум, немецкий язык? Еще один нюанс, что опять же важно. Да? Мы проверяем именно образованные от стоящего слова на полях слова слова. Что я имею в виду? Мы проверяем только те слова, которые появились, вот эти словообразования. Мы в обратную сторону ничего не проверяем. Да, мы не можем проверить слово arbeit и глагол arbeiten, потому что в немецком языке так уж сложилась история немецкого языка, что глагол arbeiten был образован от существительного arbeit. Поэтому в обратную сторону проверить мы не можем. Это не словообразовательный процесс уже. Это уже получается, мы идем против языка. Этого мы не делаем. Ну и последний нюанс, последний миф. Ученики плохо справляются с заданием на словообразование. Ничего подобного. Особенно с теми словами, которые они хорошо знают, они справляются очень даже хорошо. Процент выполнения слова «глюклич» в этом задании составляет как минимум 75. То есть 75 из 100 пишут его правильно. А это очень приличный процент. Иногда бывает и 80, иногда бывает 85. Бывает и 90. Есть отдельные сложные слова. Почему школьники не знают, это интересный вопрос. Но тем не менее, как правило, справляются 45, 50 и даже выше. Переходим к лексике. Сразу оговорюсь, что у нас представлены варианты не прошлого года, а чуть более ранние варианты. Мы брали их, естественно, из открытого банка знаний FIPI. Другие варианты мы не можем показывать, не можем публиковать. Это у нас нет никакого разрешения. Придумать новые варианты можно было бы, конечно, но не всегда удобно. Попробуем разобраться с этим заданием. Здесь важно понимать, что проверяются разные явления,
В этом случае все очень просто. Вы должны нужно подобрать правильный предлог, то есть вспомнить правильное управление глагола erinnern. Все уже вспомнили an, замечательно. Здесь есть, в принципе, подсказка в виде die, nach, von, дать не падеж, die, акузатив, поэтому никак они не подходят. Выбор, по сути дела, между über и an. Ну, erinnern, an. Это правда. Здесь нужно просто знать, что значит данные слова, и соотнести их, естественно, с названиями стран, в названиях улиц, и понять, что это именно страны имеются в виду. Не какие-то места в Африке, непонятно какие, для чего-то служащие, не какие-то города в Африке, и не какие-то территории, огороженные чем бы то ни было, да, а, собственно, страны. И поэтому выбрать слово Ländern. Здесь важно обратить внимание на когда и где, ну, точнее даже на когда, чтобы понять, что два глагола не подходят, в принципе, Verstand и Gestand. А вот два глагола могли бы, наверное, подойти, но для Bestehen контекст неудачный и неудобный. Поэтому Entstand. Здесь у нас с вами речь идет про проект зоопарка. Dort блокирует сразу Abführen и Fortführen, потому что тяжело как-то представить, что туда это можно было сделать. Но речь шла все-таки о том, чтобы показать зверей в этом месте, не привести их туда, а показать. Да, не в этом была суть, чтобы их привести, а особо показать. Поэтому Vorführen – это не самый простой глагол, но для уровня B1 он, в принципе, должен быть уже известен на этом уровне. Тем более, что у вас есть разные контексты, например, фильм можно показать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, Vorführen – это представление, в смысле, сеанс кинотеатра. Здесь у нас, опять же, нужно помнить управление глаголом gehört. Gehören, точнее говоря, мы знаем, что судатив. Соответственно, цуй выбираем. Остальные вроде как подходят для этого падежу, но они имеют немножко другое значение. То есть они оставляют незанятые, не заполнят эту лакуну. Да? Если их оставить как оно есть, то, во-первых, получается какая-то ерунда, потому что он почему-то, одушевленное лицо оказывается в одной группе с неодушевленным предметом. Да? А нет, извините. Оказывается, в группе совершенно предмет, ерунды не получается, все в порядке. Но никогда не запомнил лакуна. Да, он вместе с ними относится к кому тогда? Не сказано к кому, а без этого глагол gehören сочетать не может в данном случае, в данном контексте. 37. У нас с вами здесь, конечно, можно попробовать подобрать некоторые другие варианты. Ну, отпадает глагол vergehen, потому что он не переходный. Да, здесь есть некая переходность. Viele Tage und Stunden. Ну и потом sie мешает вам в случае, если вы были просто viele Tage und Stunden, да, может быть, можно было сделать и vergehen еще. Verbrauchen тяжеловато, нет дополнения на что не тратить свои, собственно, эти собственно, часы и эти, собственно говоря, дни. Можно было, конечно, предположить vergeuden, но как-то это не вяжется с zweite Heimat, да, родина и транжирить как-то тяжело сочетается. Поэтому будет verbringen. Глагол, который все знают, замечательно, здорово. Да, конечно, грамматика должна быть на уровне, потому что нужно считывать некие сигналы, некие подсказки. С другой стороны, если вы эти подсказки не считываете, то вы можете совершенно спокойно опираться только на знание лексики. И ее тоже иногда, не иногда, а часто достаточно, чтобы подобрать правильный вариант, не обязательно при этом. Ну, понятно, что если речь про управление глаголов, тяжеловато. Обойтись без знания этих управлений. А если речь идет про... Ну, они же сдают все-таки общество, ведение и много чего еще. Поэтому они знают географию. Ну, уж точно, что Камерун и Того в Африке, знаете, это надо знать точно. Вот уж не такой это большой секрет, что Камерун в Африке находится. Соответственно, здесь Fabringen. Последний для этого вариант задания. Собственно говоря, да, конечно, слегка похожие... по значению, но это метапредметные связи, а что вы хотите? Все замечательно. Так и должно быть. Общая образованность человека тоже. Ну как он может немецкий язык и английский язык при этом не быть образованным на приличном уровне? Ну хотя бы немножко образованным. Должен быть обязательно. Здесь есть, правда, один маленький нюанс, на который хотел бы обратить ваше внимание. Здесь есть небольшая ошибка, скажем так, подсказка от составителя этого задания. Да, то, что не рекомендуют делать составителям заданий, давать два почти одинаковых слова по значению, да, Heimlich и Geheim, тем самым как бы исключая оба варианта из списка правильных, потому что не бывает такого, не должно быть такого задания, да, не может быть двух правильных вариантов, по крайней мере здесь.
Правильный вариант Хаймиш, конечно, да, потому что он соотносится максимально с тем контекстом, который у нас здесь есть. Да, чувствует себя как дома все-таки человек. Да, не родной, в смысле, имеющий отношение к родине, да, а, собственно говоря, родной, в смысле, дорогой сердцу, скажем так, стал как бы есть своим, да, вот в этом районе. Хаймлич не может быть, потому что Хаймлич нельзя стать. Тяжеловато, по крайней мере, стать Хаймлич. Второй комплект, опять же, надо знать управление, либо, поэтому удар, либо правильный ответ. Здесь ничего другого, собственно, не остается, кроме как знать управление у этого существительного в данном конкретном выражении. Оно ходовое, распространенное для уровня B1 вполне себе на этом уровне школьники должны его знать и должны его использовать более того. Здесь у нас с вами, судя по замечательному знаку и глаголу «engagement», да, остается только один вариант, единственный «entschlossen». Решительно она возразила и не более того. Все остальные варианты немножко странные, некоторые из них не имеют такого переносного значения, типа «abgeschlossen» или «geschlossen». Хотя нет, имеют, но имеют отношение скорее к человеку, нежели чем к реакции, скажем так, да, человека. Здесь у нас с вами, исходя из того, что было написано до этого, из того, что оно выяснило сейчас, да, нужно подавать приставку, которая бы вместе с Штеллен образовывала бы, давала бы значение «узнавать», в смысле «выяснять». «Feststellen» в данном случае, все остальное не подходит, потому что все остальное имеет другие значения. «Ausstellen», «Umstellen», «Einstellen» – немножко другая история. Здесь у нас с вами есть противопоставление, да, «сейчас», «тогда», и, собственно говоря, из этого мы можем вытащить значение несоответствия, а это, собственно говоря, «nicht stimmt». Вот и все. Здесь у нас с вами есть разные варианты данных союзов, союзных слов, но за счет того, что есть nicht в первой части, да, есть противопоставление nicht jemand, а jemand, мы догадываемся, что нужен опять же союз sondern. Здесь у нас с вами подсказка в виде, скажем так, окружения глагола, его валентность, так называемая, да, что он к себе присоединяет, кому и что. Кому и что можно, конечно, в этом случае доказать. Befahren можно только что-то, befestigen можно тоже что-то где-то, bedenken можно опять же что-то. Только beweisen остается, собственно говоря, можно так его вычислить на самом деле, либо вычислить, собственно, из контекста, потому что мы понимаем, что здесь именно доказывать. Да? Исходя из предыдущего предложения, собственно говоря, самым логичным оказывается глагол с значением доказывать. Ну и последнее для этого задания, для этого, опять же, типа заданий. Да, здесь из вариантов, предложенных в скобках, мы выбираем вас, потому что это именно то самое союзное слово, которое, тот самый союз, скажем так, союзное наречие даже, если быть совсем точным, которое сочетается с «мидей». «Das» могло бы быть, но не в этом случае. Если было бы «этого» с первым предложением, там можно было бы сказать «das» и «вас», но здесь только, поскольку «мидей», то «вас», «зи hat». Что касается некоторых, опять же, мифов, да, то их не очень много. Но, опять же, все думают, что это достаточно сложно, и что мы свирепствуем. Ну, не свирепствуем, это не очень сложно, это задание получается совершенно точно. Если, конечно, ученик знает лексику уровня А2, Б1, да, он не владеет более-менее именно активную лексику, опять же. Мы немножко поменяли формат, не формат, а подход к этому заданию. Сейчас вам покажу то, что было в прошлом году. Вы поймете, в чем, собственно, изменение этого формата. Подход, не формат, а подход. Формат остался прежним. Там мы ушли от тех заданий, которые были на развлечение глаголов однокоренных с разными приставками, на развлечение разных там синонимических или близко синонимичных слов. Мы в данный момент в этом задании практикуем, скажем так, проповедуем следующий подход. Даем разные по значению слова, и нужно догадаться иногда по некоторым маркерам грамматическим, как, например, здесь, да, der и für, да, понятно, что цель отпадает сразу, да. Остальные все подходят по роду, не подходят по управлению, например, и, собственно, по значению не подходят. Но эти маркеры не являются единственными подсказками, да, то есть не нужно их знать, не нужно их считывать, чтобы догадаться, что имеется в виду. Нужно знать значение слов, и тогда совершенно точно найдете правильное из четырех предложенных. Это абсолютно точно. Теперь мы такой политики придерживаемся, да, даем в разнобой разные слова, проверяя именно знание лексики. Вот только лексики.
А остальные все подсказки, которые человек может считать, а может не считать, это дополнительные бонусы. Умеет, молодец, хорошо, не умеет, можно без этого обойтись. Переходим к письму. Вот такое было задание. Что важно? Прежде чем мы приступим к разбору задания, что важно помнить? Важно помнить следующее. Во-первых, нужно внимательно до конца читать задание. Вот до конца. Все, что написано, надо прочитывать. А нужно планировать свое речевое высказывание. Обязательно. А нужно быть в состоянии использовать разные варианты фраз. Я покажу потом, зачем это было нужно. И считать слова. Абсолютно точно. А что я имею в виду? Вот первое. Вернемся обратно к заданию, и вы увидите, что есть в письме стимуле некое сообщение о событии. А в следующем месяце я уже в США, и есть под самим письмом стимулом задание, которое написано «Задать три вопроса к пребыванию Юлии в США». Так вот именно про пребывание Юлии в США и надо спрашивать. И совсем не про поездку в США, и совсем не про переезд в США, перелет и так далее, и так далее, и так далее. Это то, почему важно читать до конца. Внимательно мы читаем для того, чтобы понять, что именно мы должны написать в ответ на вопросы нашего друга или подруги по переписке. Да? Мы должны написать мнение учеников, моих одноклассников, мы должны написать, что я одеваю, мы должны написать, какой любимый цвет и объяснить, почему. Все это важно учесть. Ну и попробуем разобраться с самим собственным заданием, как я его выполнял. Начинаем мы с самого простого. Адрес справа вверху на отдельной строчке. То, что зачеркнуто чуть выше, это был мой первоначальный вариант, тоже правильный. Но мне пришлось от него отказаться просто потому, что у меня был перебор со словами. Мне нужно было убрать лишние слова. Именно поэтому важно уметь по-разному формулировать город и дату, не забывая, что справа вверху, да, на отдельной строке. Ну, с обращением, тут сильно не разгуляешься, из разных вариантов, все равно два слова. Слева на отдельной строке. А вот дальше есть варианты. Да, вы же дальше должны в самом начале в отдельном абзаце выразить благодарность. Вот она обозначена жирным, vielen Dank, да, и показать, что это не первый контакт, то есть вы должны сослаться на предыдущий контакт. Вот мы сослались с помощью вида и такой совершенно замечательной конструкции. Важно уметь это делать по-разному. Потому что если мне нужно было бы убрать еще какое-то число, мне пришлось бы переписывать и первую вводную часть. Я могу этим пожертвовать, я могу сделать ее компактнее, ничего при этом не потеряв, но не могу иногда сократить основную часть письма, потому что иначе я потеряю некие содержательные моменты, и мне поставят не максимальный балл. Дальше переходим к основной части письма, отдельный абзац. Я специально вам показал, что я оставил отдельную пустую строку. Это наиболее удобный вариант выделения нового абзаца, обозначения нового абзаца, потому что отступы не всегда хорошо различимы, не всегда понятно, что это отступ. А вот отдельная строка пустая, здорово, замечательно, классно. Соответственно, первый вопрос, мой ответ на этот первый вопрос, вот, собственно говоря, он выделен непосредственно курсивом. Подчеркнул я ту самую вводную фразу, которая тоже необходима, которая увязывает мое письмо с письмом-стимулом и вводит тем самым мои ответы на вопросы друга или подруги по переписке. Это важно не забывать об этой фразе, она должна быть обязательна. Да? Мне понадобится еще одна фраза, чтобы связать эту вводную фразу и ответ на первый вопрос. Я выделил ее жирным, соответственно, ответ на первый вопрос выделен курсивом. Я должен был отдать по мнению моих одноклассников. Я их указал. Эти думают так, эти думают вот так. Если я это сделаю иначе, то это будет неполный или неточный ответ. Второй вопрос. Ответ мне дан, собственно говоря, курсивом. То, что я отмечен калм. Это переход от второго вопроса к третьему. Третий вопрос ответ дан тоже курсивом. Как и нужно было, я обосновал, почему люблю эти те или иные цвета. И я опять же написал, чего же я одеваю в школу. Связав это, правда, с тем, что у нас ввели униформу в школе. Дальше нужно обязательно переходить к следующей части письма. Там у меня получилось два отдельных абзаца.
на разные, они выделены абсолютно обоснованно. Один абзац, второй абзац примерно равны по объему оба абзаца, и они имеют определенную функцию. Ответьте на один вопрос, на второй вопрос. Все обосновано, все абсолютно правильно. Сделано в данном случае. Переходим к блоку ответа, к блоку с вопросами друга по переписке. Его тоже надо с чего-то начать. Собственно говоря, я начинаю с этого предложения, выделенного подчеркиванием, да, выражая свое удивление, наверное, приятное, что человек уезжает в США. А дальше спрашиваю строго по тому, что у меня было задание. Пребывание моей подруги в США. Цель пребывания, где будет жить, это касается пребывания, будет у тебя время, чтобы попутешествовать во время пребывания в США, имеется в виду. Три вопроса задали, как и положено, по тому, что требовалось в самом задании. Переходим, соответственно, к завершению письма. Пишем завершающую фразу. Важно, опять же, уметь варьировать эти завершающие фразы, потому что если слова хватает, а слов не хватает, вы можете сделать ее длиннее или короче. Прощаемся, да? Точнее, это не завершающая фраза, извините, шартная база, это, собственно, фраза, которая указывает на будущий как-то контакт, да? Она может быть короче, длиннее. Завершающая фраза либо грузится. Нужно хорошо бы, конечно, знать фразу покороче, типа «herzlichst», да? Ну и дальше видим, что, о чем хочется сказаться. «Dein, Александр, я убрал». «Dein», потому что мне тоже нужно было вписаться в эти слова и никак не рисковать проверкой только 140 слов. Получилось 153 слова, все, что необходимо, я выполнил. Ответил на три вопроса, задал три вопроса, поблагодарил, сослался на предыдущие контакты, выразил надежду на будущие контакты, поприветствовал правильно, правильно завершил письмо, правильно подписался. Обратите внимание на пунктуацию, обязательно. Да? Здесь запятая после «Юлия». Теоретически можно сделать вопросительный знак. Соответственно, дальше буковка маленькая. Да? После «либо» «грузия» ничего, после «Александра» ничего. «Дайн» или, может быть, «либо» с большой, либо с маленькой буквы, как хотите. Не принципиально. Важно еще отметить, что, да, чтобы ответы были точными и полными, нужно полно отвечать. Делить более или менее здраво ваше письмо на абзацы. Не забывай, что есть отдельные части, которые расположены и для которых мы отводим, пусть и маленькие, но отдельные абзацы. Да, это первая часть, благодарность, ссылка на предыдущие контакты и надежда на будущие контакты. Ну и не забываем про организацию текста, да, адрес справа, город-дата, именно так, да, город-дата. Обращение слева, отдельная строка, подпись отдельная строка слева, решающая фраза отдельная строка слева. Собственно говоря, последнее, что я хочу сказать, нужно и важно иметь домашнюю заготовку. Начало письма, конца письма. Но, опять же, обращаю внимание, разные варианты этих заготовок начала и конца письма. Да, потому что разные бывают ситуации. Иногда нужно слова ужать, меньше объем сделать, да, меньше количества слов сделать. Иногда нужно, наоборот, добрать некоторый объем, когда, например, вообще ничего не клеится. Переходим к заданию номер 40. Оно у нас было вот так. Звучало вот так. Да, напоминаю, что у нас на письмо 80 минут. Что, собственно говоря, важно? Ну, сразу отвечу на вопрос, который иногда задают, иногда часто, иногда не очень часто. Не могли бы вы делать формулировки попроще? К сожалению, нет, потому что уровень сложности почти B2, там не могут быть очень простые формулировки. К сожалению. Тогда это не очень получается, соответствует уровню сложности. Что важно? Внимательно читать задание. Почему? Задания будут указаны, вы можете вычленить из задания те аспекты, которые надо отразить. Да, дети в данном случае, именно дети, параллельно со школой, да, после школы в данном случае, да, и посещать вот такой вот кружок, которые так начинаются с системным видом искусства, да, там танцевальный и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Были проблемы с Arbeitsgemeinschaft, но это слово, которое все-таки на уровне B1 дети должны знать, потому что по-другому никак кружки очень тяжело описать. Но есть слово циркль, конечно, но чаще это используется все-таки Arbeitsgemeinschaft. А еще проще сокращение AG. Что важно? Дальше. Очень важно.
как и в первом, так и здесь, планировать свое высказывание. Здесь еще более жестко планировать. То есть, что я имею в виду? Первый шаг. Определиться с возможной аргументацией. Вот у меня есть высказывание, должен сказать себе мысленно «да». Я сказал «да», «согласен» и набросал некие аргументы. Да, вот видите их на экране, раз, два, три. И должен сказать себе «нет», «не согласен» и набросать разные аргументы. Да, а мне изначально казалось, что «да, я согласен». Согласен, согласен, всеми руками только за то, чтобы это было именно так. Я набросал аргументы и сделал следующий шаг. Определился с позиции и понял, что вот в то время, которое у меня есть, и в тот конкретный момент, который я писал все это, мне как-то очень не хватает четкого понимания, что же я буду писать, если я согласен. Поэтому я отказался от того, что мне было ближе. Сказал, нет, я буду писать про то, что я не согласен. Потому что те аргументы, которые там были, то есть я набросал, по крайней мере, ключевые слова этих аргументов, я понял, что я смогу это сделать. Достаточно спокойно, достаточно легко. Мне всего хватает. Времени, идей, лексики. Всего хватает, поэтому я отказался от позиции, которая мне казалась первоначально правильной и казалась мне ближе, и была мне ближе. Выбрал ту, с которой мне было проще и легче работать. Что я сделал дальше? Следующий шаг планирования. Определяюсь с аргументами. Выбираю те, которые я могу расписать. Вот они видны жирным. Выбираю тот аргумент «за», который мне кажется наиболее уязвимым и на который я могу максимально хорошо возразить. У меня получается конструкция, уже сейчас есть некий план, некое введение. Дальше у меня есть два аргумента, я должен их раскрыть, два тезиса, скажем так, да, выражены в данном случае ключевыми словами. Да, я разверну их потом в аргументы. Есть возражения моих оппонентов, удобные для меня, и я могу его потом опровергнуть, потому что я знаю, что для меня удобно, мне легко с ним будет потом работать. И у меня уже есть, соответственно, некий план опровержения. Все, план готов. Можно приступать и писать, собственно говоря, сам текст. А дальше важно, очень важно. Помните о задачах, которые перед вами стоят, когда вы пишете задание, этот текст, задачи содержательные и структурные. Помните о связках и владеть разными связками. Четко обозначать абзацы, это очень важно. Опять же, способ есть хороший, пустая строка. И делить, соответственно, на абзацы ваше высказывание. Придерживаться выработанного плана. Это очень тяжело на самом деле, но школьник в этом случае должен понимать, что это окупается потом. Это выгодно. Нужно приучать себя придерживаться, работать по выработанному плану. Не отвлекаться и не отходить ни на шаг. И менять это только в том случае, если становится понятно, что ничего не получается. Да? Считать слова обязательно. И отвести себе время на самопроверку. Это очень-очень важно. Я об этом во всем помню, все держал в голове и начал, собственно, писать. Задача для вступления какая? Их не одна, а две задачи. А, вы их видите, одно и второе. Именно поэтому я сделал и одно, и второе. И я вам, собственно, показываю курсивом первое, подчеркиванием второе. Вот она, переформулировка. Более широкий контекст, я просто спросил, а что это означает, а почему, а для чего. Ах, ну да, конечно, будущее детей, все же беспокоятся. Вот мы более широкий контекст. Да? То есть нужно просто поместить эту узкую проблему в более широкий контекст. Спросить себя, собственно, с чем эта проблема узкая связана, с какой более широкой проблемой она связана. Ну и показать полемичность. Я ее показал. Здесь важно не вдаваться в подробности. Показывая полемичность, просто обозначить, что есть разные точки зрения. Все. Не более того. Переходим к следующему пункту. Мое мнение. Задачи тоже две. А. Четко обозначить свою позицию. Б. Привести три аргумента. Два-три аргумента. Сразу давайте определимся и сразу давайте опять же решим, что три это максимальное количество. Я выбрал два, потому что я понимаю, что три это будет еще больше объем, и я просто-напросто не смогу и не уложусь в требования к этой работе. Четко обозначил позицию, подчеркнул, есть некий тезис, я его выделил, вот я его в данном случае пояснил, что я имею в виду. Аргумент так и строится, тезис выделен цветом, пояснение курсивом. Но можно спорить, что это пояснение, обоснование, подтверждение, неважно, главное, что что-то одно из них точно. Просто объясню, что я имею в виду. Точнее, в данном случае обозначил некие последствия того, что будет если. Неинтересно, а заставляю.
Сразу могу сказать, что, коллеги, я потом себя нещадно резал. Это было. Переходим ко второму аргументу. Про позицию я уже все обозначил, поэтому переходим ко второму аргументу. Это уже третий абзац моего, собственно, моей работы. Вот, собственно, опять же, тезис. И вот, опять же, пояснение. С примером, как оно положено, да, и что, опять же, к чему это приведет. Это и есть, собственно говоря, полноценный, нормальный, правильный аргумент. Я думаю, что вы успеваете прочитать. Дальше по плану у нас с вами мнение и позиция оппонентов. Опять же, какие задачи для этого кусочка, да, текста существуют? А. Четко обозначить позицию оппонента. Причем назвать, что они оппоненты. Неважно, там, как вы это будете выражать, у меня это слово opponent, но это можно вот и по-другому. Да, главное, что это, чтобы было понятно, что это именно ваши оппоненты так считают. Вот подчеркнуто то, что у нас, собственно говоря, четко обозначает позицию оппонентов. Дальше, опять же, тезис некий, что же они утверждают, и дальше некое пояснение этого самого тезиса. В данном случае приводится пример. Да, я просто объясняю, что это означает. Привожу некий пример. И, собственно, начинаю использовать AGE, потому что очень тяжело уже писать Arbeitsgemeinschaft, а AGE совершенно спокойно можно использовать. Следующий пункт плана – возражение оппоненту. Я помню, что у меня аргумент был слабый у оппонентов, я помню, что я легко его мог опровергнуть, вот я это и делаю, собственно говоря. Но я должен, не согласиться с оппонентами, вот я не соглашаюсь с оппонентами, подчеркнуто это мое несогласие, и б, конечно же, я потом опровергаю их позицию. Здесь уже не можно совершенно спокойно как бы в продолжении беседы, да, показать, что позиция неправильная. Собственно говоря, вот я и показываю, что позиция неправильная. Совсем не обязательно это делать прямо так в школе. Можно делать и потом. И заключение. Здесь важный момент закончить, обозначив четко свою позицию. Мы ее обозначили, я почему-то подчеркнул этот кусочек. Ну и поскольку не очень хорошо, чтобы абзац там был из двух предложений, точнее из одного предложения на две строчки, это допустимо, в принципе, но может не очень нравится, не всем пишущим, скажем так. Добавляем еще небольшой кусочек, который просто завершает, заключает, собственно говоря, наше высказывание. Количество слов вы видите. Да? Их приходилось, конечно же, убирать. У меня было чуть больше изначально написано. Соответственно, содержательно мы все выполнили. Переходим к структуре. Что нужно было сделать? Да? Нужно было построить логичный текст. Логично означает, что вы разворачиваете текст линейно, следуя строго пунктному плану, не перескакивая с одного пункта на другой пункт. Нужно было четко поделить текст на абзац. Я его поделил, у меня их 6, но разделение моего мнения на два абзаца абсолютно обосновано, потому что оба абзаца посвящены каждый своему аргументу, и рассуждения начинаются в этом абзаце и в нем же заканчиваются. Да, мысль основная формулируется внутри абзаца, собственно говоря. Да? Соответственно, тоже здесь все нормально, все замечательно. Я их обозначил четко на письме, дал пустые строки, и все хорошо считывается, все хорошо понимается. Что еще было важно? Чтобы были средства логической связи. Да. Причем есть два разных типа этих средств логической связи. Есть те, которые связывают абзац друг с другом, да, как бы показывая, маркируя, как вы рассуждаете. Да. Есть те, которые связывают предложение друг с другом внутри. Я использовал разные. Я не внушался использовать иногда союз und, но использовал и другие, которые были чуть сложнее. Там, идеи, например. Там, да. Опять же, обращаю внимание, что это не обязательно союзы. Это могут быть местоименные наречия. Это могут быть совершенно нормальные местоимения. Einigen, например, и andere. Да, вот в следующем кусочке есть та самая структура, которая связывает второй абзац с первым. Дальше все-все-все внутри взаимосвязано. Да, опять же, все это отмечено курсивом, разные, опять же, союзы. Then, sondern, when, dann, erstens. Это тоже структура, которая показывает некий ход моих мыслей. Да, Gegenteil, wow. Опять же, zweitens связывает третий со вторым абзацем. И опять внутри разные средства связанности. Да, это могут быть и союзы, как вы это видите, и разные наречия, типа dann, союзные слова, то есть. И даже als Beispiel, neben wie als Beispiel, привязывает к первому предложению абзаца все остальное, что будет потом.
Позиция оппонентов. Вот структура большая, длинная, которая увязывает этот абзац с предыдущим. Есть разные, опять же, структуры внутри. Они разнообразны. Важно, чтобы они были разнообразны. Не однообразны, а разнообразны. Мы используем разные совершенно, в данном случае, структуры. Да, я использую while, и does, и d, и v, и zo, ну и так далее. Возражение. Фраза, привязывающая этот абзац к предыдущему. Да, опять же, разные структуры. Meine, да, Fähigkeit, повторяю еще раз, да, diese добавляя. Besser sogar, weil, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, sogar, все что угодно. И заключение. Опять же, фраза, увязывающая этот абзац с предыдущими, и разные структуры, использованные мною внутри, чтобы связать предложения друг с другом. Что важно помнить? Да? Важно помнить учащимся, что не надо экономить бумагу. Бывают такие примеры, когда школьник пытается уместить все на одной странице, делать это совершенно не обязательно. Да, правда, важно помнить, что ты не можешь попросить чистый бланк, не заполнив оборотную сторону первого бланка, но лучше писать четко, чтобы все было понятно, все было видно, да, и чтобы эксперт, проверяющий работу, не пытался догадаться, а что же человек написал. Важно иметь некую заготовку. Домашнюю я имею в виду под заготовкой не то, что, о чем говорил для личного письма. Там есть прям отдельные фрагменты, можно письма подготовить, начало и конец. Здесь важно иметь некий остов. То есть как я буду, какие структуры я буду использовать с небольшими вариациями, да, для того, чтобы рассуждать по-немецки. Чтобы связывать, увязывать абзацы друг с другом, возможно, некоторые части внутри абзаца. Это принципиально важно. Соответственно, что еще важно? Да, нужна тренировка. Обязательно. Обязательно, еще раз обязательно. Потому что важно попробовать несколько раз написать эти высказывания с элементами рассуждения. Не буду специально называть жанр, потому что жанра определенного нет, этого высказывания. И жанр все накладывает некие обязательства. Поэтому для этого высказывания нужно тренировать. И еще важный момент. Обращайте внимание не на количество, а на качество этой тренировки. Потому что можно взять 15 тем, написать по всем 15 темам очень некачественные тексты, толку будет мало. И может быть 2 темы, или 3, или сначала одну, а потом вторую, и очень хорошо, или нехорошо, а подробно и хорошо разобрать. И, может быть, 2 раза переписать, 3 раза переписать свое высказывание, чтобы понять, что не так. А дальше уже писать, используя опыт предыдущий. Иначе это может быть просто работа в холостую и впустую. Ничего качественно улучшаться не будет. Будет ощущение, что ты что-то делаешь, а по факту ты ничего особо не делаешь. А у тебя так было, не получалось, так и не получается. Некоторые нюансы, некоторые, опять же, мифы. Нужно взять 3 аргумента в свою поддержку своей точки зрения. Нет, не нужно. 2-3, 2 вполне достаточно. Нужно обязательно 2 аргумента оппонентов. Нет, не нужно. Достаточно 1. 1-2, получается 2 хорошо. Можно ограничиться 1. Да? Есть разные мнения о том, каков объем вступления и заключения. Понятно, что вступление и заключение не могут быть по объему в больше, значительно больше основной части вашего высказывания письменного, вашего текста. Но конкретных рекомендаций, конкретных установок, что это должно быть именно 40 слов и не больше, 5% от текста и не больше, нет. Может быть разный объем. Главное не переборщить. И главное не расписывать подробно во вступлении позиции, скажем, разных сторон, да, тех, кто за и тех, кто против этого, того или иного высказывания. Пожалуй, наверное, все. Давайте попробуем. Ну, опять же, бывает вопрос по поводу времени, что час мало, час 20 это мало. Коллеги, нет, не мало. Час это достаточно много времени. Понятно, что без тренировки кажется, что очень мало. Но я приведу пример, и я думаю, что на этот вопрос больше отвечать не буду. Экзамен тест-дав, письменная часть, на него требуется ровно час. Уровень сложности, который требуется от учащегося, да, от текста. B2C1. Формата конкретного нет. Ты сам определяешь формат и план твоего высказывания. Но ты должен а. прокомментировать статистику, б. дать свое отношение, отнестись, то, что называется, к 2 высказываниям,
Хорошо бы еще в как-то увязать то, что ты пишешь, с вводной частью задания, и при этом должен полно выразить все то, что ты считаешь нужным выразить. То есть полная свобода и всего час, и разные совершенно форматы, и разные действия. Поэтому часа для вот этого задания, учитывая, что план дан, и план дан жесткий, и вы можете потренироваться хотя бы, соблюдать формат, и по определенному формату можно работать, да, конечно, часа вполне достаточно. Опять же, для уровня сложности, которая указана и которая есть у данного задания. Давайте перейдем к вопросам. Ой-ой-ой, 73. Ладно, попробуем. Попробуем. Устная часть. Ну, я могу по этой устной части совершенно точно сказать, что... Вот смотрите, первое замечание сразу. Первый вопрос, который она задавала, первый пункт, да, три вопроса. Я, по идее, эксперт должен совершенно точно учитывать только последний. Почему я могу зачитать, могу не зачитать, не знаю. Я не знаю, какие там были ключевые слова. Бог его знает. Наверное, кто-то считал. Если было про зону, так, наверное, бы засчитал. Третий – нет. Неправильный порядок слов. Мы уже об этом говорили, что костный вопрос задавайте правильно. Не можете – ноль. Без ключевого слова не знаю, правильно что-то или нет. Ой, пятый не очень понятен, честно. Особенно опыт вас спасет. Что это означает? Ну, по поводу грамматической неточности, смотря какая. Не-не-не, вот по поводу костного вопроса сразу говорю, порядок слов должен быть правильный. Если он неправильный, извините, ноль. Не надо задавать костный вопрос. Давайте прямой. А неуменные вопросы не знаю. Гёте сдала на B2, на уровень B2. А что написала в Гёте? Какой был сертификат, какой был экзамен? Разные экзамены требуют разных вообще вещей. Формат там другой, оценка и оценивание там немножко другое. Пишет такие на 11, такие на 7. Но это очень тяжело говорить на самом деле, что да, что правда, что неправда. Нужно делать работу, чтобы понять, правда 7 или неправда 7. ЕГЭ для разрыва групп, плюсы, минусы. Вы знаете, если он будет обязательным, то вижу большой плюс в том, что тем, кому он не нужен для дальнейшего поступления в ВУЗ, могут ограничиться профильным базовым уровнем. Соответственно, будут сдавать менее сложный экзамен. Кому он нужен, будут сдавать профильный. Да, он будет менее теперь разноуровневым, скажем так. Он не будет теперь охватывать А2, Б2. Он будет там, условно, А2, Б1, Б2. Но это свои плюсы и минусы имеет. Да, у вас будут примерно равные по сложности задания. Не будет возможности где-то набрать баллы, если с немецким языком не очень все хорошо, если вы сдаете профильный экзамен. С другой стороны, если у вас все нормально с немецким языком, вам он не нужен для поступления, вот эти базовые, вы его сдадите совершенно точно, наверное. B2 вполне результатом есть, можно достичь. Там есть блоки отдельные, которые можно давать, углубленно проходить, и там вполне себе даже B2. Правильный порядок в костном вопросе совершенно точно должен быть сказуем, должен быть на последнем месте. Поговорим с ним вместе. Können Sie mir bitte sagen, wann, pam-pam-pam-pam-pam-pam, geöffnet ist? Wann ist geöffnet? Нет, неправильно. Это хорошая идея про электрический минимум. Проблема только... Нет, проблем особых нет. Был бы заказ от государства на это все. Понимали бы это люди, которые составляют стандарты, что нужно обязательно минимум, а для разных уровней, и его можно совершенно спокойно даже привязать к европейским разным минимумам, которые существуют. Анализируем типичные, да, и по поводу пособия нет, а в виде статей совершенно точно попробуем это сделать. По разным, опять же, аспектам. Любой верный вариант засчитывается, неважно, сколько там предполагается в том или ином случае.
Коллеги, 30, задание 19.38 никакой учитель не проверяет. Проверяет машина. Поэтому субъективности не может быть никакой. Есть ключ. Более того, после проверки машины в ФИПИ проходит процедура верификации, когда в данном случае мы с аффилированной вычитываем еще раз все данные учениками ответы. И засчитываем все те возможные варианты ответов, которые машина сочла, прочитала неправильно, неверно и так далее, и так далее, и так далее. Анализ ЕГЭ есть, другое дело, что там превалирует английский язык, не немецкий. Его тоже можно посмотреть, почитать. Ой, мам дорогая, система обучающей подготовки ЕГЭ. Так далеко пока нет. Во-первых, он у нас есть частично, этим можно воспользоваться нашими стандартами, нашим кодификатором. Все то, что не обозначено буквой П в стандарте, в примерной программе, это явно не уровень B1 и выше. Во-вторых, всегда есть такая история, как есть такой, опять же, справочник, совершенно замечательный, как профили Deutsch. Там все это очень даже спокойно найти описание разных явлений, чего нужно уметь, как можно уметь, ну и так далее, и так далее. Плюс стандарты. Не забывайте, что стандарты, они изначальные, не запутаться в названиях, основной, по-моему, и средней общей школы. Это к ФИПИ, а там нет ответов совсем? Это я себе запишу. Это интересно. Ну да, это не ко мне вопрос, но я попробую передать коллегам, на самом деле, что там, может быть, может что-то исправить. Спросить, по крайней мере, почему. По поводу дефицита времени и объема на экзамен. Ну, смотрите, объем, давайте, я не ответил, может быть, просто не заметил, может быть, еще что-то случилось, неважно. По поводу устной части, объем. Коллеги, 15 фраз – это мало. Но если вы проанализируете мои ответы, которые я давал, они записаны, можно их послушать там, один или два, там, и три, и хоть 10 раз, поймите, что там фраз было больше, чем 15. А ученика требуется 15 фраз. Да, он должен в них вобрать все, что угодно, но это 15 фраз. По поводу дефицита времени я уже объяснял, что он, конечно, существует, если вы приходите на экзамен без подготовки. Вот вы пришли, сели, вам компьютер выдает задание. Вы его ни разу до этого не видели, ни разу не пробовали его сделать. Понятно, что вы не сделаете его задание за полторы минуты. Не подготовитесь, потому что вы должны будете понять, что от вас хотят хотя бы. А когда у вас демо-версия публикуется в сентябре, и в ней принципиально ничего не меняется в формате, и вы целый год можете тренироваться сколько угодно, с любыми картинками, с любыми тематиками, то я не очень понимаю, он, конечно, его, конечно, немного, но его вполне достаточно, честно говоря. Это на самом деле мировая практика, не мировая практика, это в принципе в экзаменах так обычно и бывает. Обычно на подготовку, в зависимости от сложности, бывает меньше времени, чем на ответ, бывает наоборот, но исходили из уровня сложности, базовый, повышенный, из того, что надо сделать. Время увеличивать, не знаю, без подготовки, если не было подготовки, вы приходили бы в первый раз, видели на экзамене формат. Может быть и да, а с форматом нет, я же вам уже объяснял, если помните прошлый вебинар, у меня может быть заготовка на случай X, когда мне всего лишь навсего нужно сформулировать 3-4 фразы, описывающие картинки, за полторы минуты. Все. А все остальное воспроизвести по памяти. Начало, потом добавить эти фразы, а потом закончить стандартными, подходящими к разным картинкам. Объяснениями, почему храню и почему пока, почему описываю. Надо только не забыть это все на экзамене. Вот и все. А теперь уже есть. Раньше было меньше приветствий от ЕГЭ к УГЭ, потому что раньше были немножко разные форматы. А теперь она, в принципе, уже прослеживается еще лучше. Более того, мы движемся навстречу друг другу в критериях оценивания. Основные темы, что это ЕГЭ по грамматике. Это тяжело сделать, но в любом случае все, что касается спряжения и склонения, да, абсолютно точно. Спряжения разные виды, настоящее, прошедшее. Нужно видеть пассив, нужно видеть, что нужно еще видеть.
иногда инфинитив нужно видеть, модальные глаголы в настоящем, в прошедшем, состояние прилагательных, базовые вещи, там, условно говоря, то самое, оно слабое, сильное, смешанное, но базовые, да, то есть, когда здесь артикль, нет артикля, есть определенный, неопределенный артикль, собственно говоря, основание существительных, опять же, базовые вещи, генитив, датив, множественное число, степени сравнения, состояние прилагательных, разных, личных, там, притяжательных. Это все есть в кодификаторе на самом деле, да, если вы уберете туда всякие разные сложности, типа, ну, пассив, да, пассив, конечно, да, да, надо просто увидеть, что есть пассив. По поводу количества ошибок, хороший вопрос, но пока, поймите правильно, на международных экзаменах по немецкому языку немножко другой акцент ставится, делается. Делается акцент на содержании, у нас в ЕГЭ как-то более-менее все уравновешено, поэтому такое количество ошибок, а почему 5 ошибок 0? В письме в личном 5 ошибок 0, да, ну а что там сложного нужно написать в письме личном, учитывая, что у вас пол письма готово. Не ошибиться дальше, 5 раз не ошибиться, при том, что мы не забывайте, опять же, есть же еще повторяющиеся ошибки. Про это тоже не надо забывать. Если вы не знаете склонений прилагательных после неопределенного артикля и постоянно на это ошибаетесь, это одна ошибка, а не 5. Коллеги, я уже объяснял, что задание, которое мы брали с вами при разборе блока этого небольшого лексика, да, и те, которые представлены на сайте FIPENISH, тоже не все прошлого года, не позапрошлого, позапрошлого года. Мы отказались от практики проверки вот таких вот глаголов, там, zugenommen, aufgenommen, abgenommen, gestiegen. Не понимаю, с чего, почему gestiegen. Неважно. Видимо, тоже не совсем правильно это сделали. С подсказкой какой-то, видимо. С намеком. Мы от этого отказались. Начиная с прошлого года, и в этом году была та же самая история, появляется лексика. Это разные совершенно глаголы, которые мало что иногда объединяют. Или существительные, или прилагательные. Совершенно спокойно связаны, если вы тренируете любое грамматическое явление, вы доводите до автомата, до автоматизма, и вам не нужно, как то, что я показывал в самом начале, мучительно соображать, а что же в тексте есть такого, что мне подскажет, какая нужна форма. У вас эта форма выскакивает на автомате. Вы видите некий контекст, который будет сталкиваться раз 50, а то и 100, она у вас на автомате выскакивает. Учителя, насколько я знаю, проходят тестирование в формате ЕГЭ, пока не в Москве такой эксперимент был, но пока только с английским. Скоро доберутся, я боюсь, до немецкого. Может быть, а может быть и нет. По поводу считывания вариантов ответов машиной, еще раз повторяю, мы выверяем за машиной все возможные варианты. Если машина что-то считала неправильно, поставила нолика, это похоже на правду. Чем экзотичнее вариант, тем больше он похож на правду, на самом деле, мы этот вариант засчитываем. Если совсем ерунда, ну, я не знаю, что значит ерунда. А вопрос, знаете, в чем? Вот очень простой вопрос. А откуда ваша ученица узнала, что ей засчитали или не засчитали? И почему она не подала апелляцию? Если это была техническая ошибка, на ее взгляд. Самые сложные варианты у нас на самом деле это те, которые у нас есть и идут, собственно говоря, как повышенные сложности, высокого точнее уровня сложности, это аудирование, есть чтение, лексика-грамматика относительно несложный блок. А письмо вот в сознании, конечно, сложно. Сороковое, да. Без навыков и без знания тяжеловато его писать хорошо. Лексика уровня B1 не выше. Это базовая лексика, активная лексика. Я не знаю, показывал или не показывал, говорил, не говорил. Есть словарик, выпущенный Корнельсоном и Дубном совместно, называется «Basis Word Book Deutsch». Там указана вся активная лексика на уровне B1. Мы с ним сверяемся, когда возникают вопросы, да или нет. Кимы ЕГЭ уже опубликованы 2018 года? Нет. А как они могут быть опубликованы? Видимо, версия только готовится. Вот 17-го, может быть, скоро и будут опубликованы, открытые варианты обычно появляются как раз в июле. А 18-го это как-то хорошо так.
о компетенциях, личное письмо. По поводу личного письма я обещал дать очень интересный ответ. Ответ очень простой, и это не мой ответ. Это ответ, позаимствованный у преподавателей высшей школы, одного из самых, скажем так, рейтинговых университетов мира, когда их спросили о том, почему вы учите, ну, условно, чему-то там у себя в университете, это уже совсем не актуально, давным-давно не актуально, этого очень мало нужно и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они сказали: ничего, ничего. Мы учим как раз тому, что важно на наш взгляд. А кто их еще этому научит, если не мы? Они никак в жизни иначе этого не сделают и не будут этого делать. Написание личного письма в формате имейла, оно имеет, конечно же, плюс очевидный. Очень актуально, имейлы все только и пишут. Имеет очевидный минус, очень очевидный минус. Никаких особых норм, учитывая, что это актуальный, живой и меняющийся жанр, написание письма в таком формате сильно не существует, значит, очень тяжело будет оценивать. А потом люди должны уметь делать некоторые вещи, которые им даже, может быть, в жизни не особо пригодятся, полезны. Можно только фильмы смотреть. Читать очень полезно. Даже если надо заставлять детей читать, надо заставлять детей читать. Просто потому, что полезно. Вы об этом знаете, они нет. А в иностранных, для иностранных учебников, да, существует, конечно. Любой учебник, если вы видели когда-нибудь то, что предлагают к продаже, да, содержит обязательно небольшой словарь. Иногда бывают даже глоссарии двуязычные. Часто бывает глоссарий. Мне иногда часто бывает двуязычный глоссарий. Ну, если они научились говорить вступление и заключение по устной части, уже хорошо. Пусть учатся дальше описывать картинки. Поймите правильно, это как минимум, если ты это выучиваешь, как минимум ты можешь хоть как-то варьировать, там один вариант у тебя есть, ты можешь дальше более активно работать над содержанием. И когда готовишься ты к ответу на экзамене, да, вот ситуация, когда у тебя полторы минуты, это тоже тебя спасает, потому что ты знаешь, что у тебя есть заученное или хорошо тебе известное начало, и хорошо тебе известная концовка. Не отвлекаешься. Словарь на ОГЭ ЕГЭ. Ну, есть время в два раза сократить, пожалуйста. Твой намекает на то, что не поможет. Ну, по большому счету, наверное, не поможет, хотя, не знаю, тяжелый вопрос. Ну, опять же, ответ на вопрос не могу дать, потому что, честно, не смогу аргументированно сказать ни да, ни нет. А второго абзаца письма. Высокой оценкой, я могу только позавидовать, нас такого не спрашивают, о чем не спрашивают. Нет, коллеги, я этой фразой реагировал на письмо Стиму. Вы же понимаете, что у нас есть некая коммуникация, некий диалог. Если я отвечаю своему партнеру по переписке на его письмо, я не обязан его дословно цитировать. Письмо-то он свое помнит. А потом это некий диалог. Если вы о том, что хорошо и лучше было бы написать, ты написал мне о том, что, ну да, наверное, но у меня со словами было сложно. Мне нужно было ужимать свой текст наоборот. Честно говоря, без разницы. Просто кейс намекает больше на некую цель, которая потом будет fast, на сам процесс перемещения. Тоже хороший вопрос по поводу времени на подсчет слов, но есть, он сам должен выделить в этих 80 минутах немножко времени на проверку, на подсчет. Подождите секундочку. Если там был error через ОЕ, то это просто не опечатка, а может быть так прочитала программа. А может быть и нет, может я описался.
Сейчас вернем, посмотрим. Все может быть. А, вы имеете в виду, если напишите HR через OE, ну, вообще это, честно говоря, фактическая ошибка, потому что я понимаю, когда это клавиатура, ты не знаешь, когда складка немецкая. Когда ты пишешь так, странно. Один балл. За каждое задание выполнено в разделе греческой грамматики, да, один балл. 10-15 минут? Нет, это слишком много. Вам важно, но опять же, вы поймите правильно, если вы это делаете по-немецки, а это нужно делать по-немецки, тогда у вас, в принципе, готова часть. 10-15 минут, то вы более-менее подробно можете расписать, что вы будете писать. Потому что в данном случае, опять же, поймите, если я прихожу на экзамен, передо мной тема, и я, допустим, аргументы «за» нахожу быстро, я нашел их, там, 5 минут у меня ушло, наверное, я их нашел. А вот аргументы «против», они мне на ум не идут, тогда я совершенно точно понимаю, что я пишу «за». Нахожу любой против и потом пытаюсь ему возразить. Тратить 15 минут на подбор аргументов, мучительно пытаясь, опять же, набрать нужное количество, не надо. В этом случае вы сами же поймете, что вот она, собственно, моя позиция, которую мне нужно отстаивать, потому что здесь аргументы подобрались легко. Да, может быть, не будет легко их развернуть, но они хотя бы подобрались легко. А там я никак не могу ничего придумать. Ну и все. Не надо ничего придумывать. Один придумали какой-то маломальский, более-менее адекватный, и с ним работайте дальше. Хорошую работу на 250 слов за час написать можно. Честно. Именно хорошую. Дистанционное обучение. Подумаем. А эксперты, создатели ГЭН, я нас не слышит. Вот давайте честно, откровенно, да, я сегодня писал сочинение. Вы скажете, я писал, но это же вы. Хорошо. Если мне дать больше времени, то я ровно половину потрачу на сокращение того, что я написал, и на бесконечное переписывание того, что я только что написал. И это мне нравится, то мне нравится. Я не очень понимаю. Опять же, не забывайте, что у вас в письменной части есть один блок аудирования, который предполагает фиксированное время. Вы не можете выполнить быстрее, потому что полчаса длится более-менее примерно запись заданий, выполнение заданий, и вы не сможете потом к нему вернуться. Поэтому полчаса у вас ушло. У вас остается 2,5 часа на все. Если вы где-то делаете быстрее что-то, там, заголовки быстро сделали, там, лексиграмматику быстро сделали, у вас остается еще больше времени. 1,5 часа может остаться. Письмо достаточно шаблонная история, но относительно шаблонная история. Да? Сочинение чуть менее шаблонная история. Но если я понимаю в этой ситуации, что могут быть проблемы со временем, связанные в том случае, если связаны с тем, что не хватает языка, не хватает там чего-то еще, опыта жизни не хватает, там, каких-то знаний, или хватает опыта, не хватает возможности это выразить все. Но вы поймите правильно, что и 2 часов не хватит. Если я не могу это выразить сразу, или там немного подумав, я не выражу это никак. Все равно, я либо ошибаюсь, либо мне потом поставят минимальный балл, потому что, читая критерии, лексика примитивная и банальная. Ну и так далее. Коллеги, давайте пройдем эксперимент. Напишите сами это все за 1:20. Для начала возьмите, просто сядьте и напишите. Причем не один раз, а парочку раз, тройку раз. Потому что первый раз понятно, что будет тяжело. А дальше попробуйте написать еще раз и еще раз. И вы увидите, что времени не очень много, в смысле не безумно много, но оно у вас останется. Коллеги, написание эссе – это занятие высокого уровня сложности. Экзамен у нас дает в итоге 100 баллов. А не может быть экзамена качественного, который все сдают на 100 баллов. Это не экзамен. В этом случае. Должна быть градация.
У тебя должно быть 65, у тебя 67, у тебя 68, у тебя 70, у тебя там 56. Должны быть разные баллы. Дети должны быть дифференцированы по степени владения языком, да, конечно, ну и по тому, как они непосредственно на экзамене с чем-то справились, с заданиями. Нам очень хочется, чтобы все писали хорошо, но есть маленький нюанс. Если все будут писать хорошо немецкий язык, ЕГЭ по немецкому языку, ну, 80 баллов и выше, то мы больше не будем составлять задания ЕГЭ. Две темы на выбор. Две темы на выбор. И что он должен будет делать? У меня было три картинки на выбор в устной части. Я с ума сошел, пока выбирал. Ну, вопрос запишу. Просто чтобы подумать. Это, конечно, некие усилия со стороны разработчиков, потому что тем таких нужно сделать, тогда будет не сейчас столько, а в два раза больше. И будет опять же, понимаете, будет опять же нюанс такой серьезный, хотя, ладно, это уже менее понятный аргумент, менее сильный аргумент, скажем так, что они разного разные будут по сложности, ладно. А большинство это сколько? Некоторые отказываются, да, есть работы, в которых эссе нет. Но из моего опыта просмотра работ, это каждая десятая работа. Может быть и больше. Честно, вот я не вижу принципиальной разницы и не буду вдаваться в беседы о том, логичнее, нелогичнее, как логичнее было поступать. Вот тот формат, который предлагается, тот формат, который не предлагается. Главное в этом задании, не главное, один из важных моментов в этом задании, то, что вы должны написать заданный вам текст. Не сочинение на свободную тему, а заданный вам текст. Какая разница будет, что будет ли писать вот так или вот эдак? Да, это может быть совпадать с некоторыми форматами некоторых экзаменов международных. Вы, может быть, на это намекаете, что формат будет понятен, и можно будет одним форматом убить двух зайцев. Но люди, которые решаются на международные экзамены, они делают это тоже добровольно. Не всегда там есть определенные там. Опять же, если посмотрите разные международные экзамены, вы увидите, что разные форматы существуют. Главное, что есть обоснование, почему. Марина в свое время Вербицкая. На одном из вебинаров, правда, для экспертов, она объяснила, что мы должны выполнять еще одну важную функцию – проверку на устойчивость позиции нашего будущего гражданина. Вот и не век. Проводился мониторинг, но мониторинг, по-моему, проводится в рамках ЕГЭ. Возможно, эта проблема по поводу разного количества часов одинакового ЕГЭ, она будет устранена как раз за счет введения базового профиля. На эту, скажем так, не то что мольбу, на эту претензию реакции уже есть. Требуется просто разработка двух разных форматов, которые соответствовали разному уровню сложности. Хороший вопрос про аргумент, но это мы с вами сейчас в теорию логики, в логику уже уйдем. Для меня аргумент это некий тезис и некое его обоснование. С каких частей оно будет состоять, это не принципиально важно, главное, чтобы оно было понятным мне, как читателю, и как-то и соотносилось с тезисом. У ЕГЭ уровень А2-Б2. Есть базовый уровень сложности, это А2, А2+, есть высокий уровень сложности, это B1 плюс B2. Сдача европейских экзаменов поможет в любом случае, потому что от вас там все равно требуют определенных умений, определенных навыков. А перестроиться под потребуется, правда, перестройка под тот формат, который есть в ЕГЭ.
Если в Кимах есть материал, который не входит, вы имеете в европейскую рамку, то это отвечает? Отвечает. Кто у нас там подписывает стандарт? Вот он отвечает. Все в стандарте есть. А если количество слов в письме и в вот в этом высказывании выше нормы, то не забывайте, что есть некое допущение, плюс 10%, да, поэтому у меня 153 слова, я не сильно из этого боюсь, не сильно из этого испугался, потому что плюс 10% это 154, а вот если больше, то происходит следующее. То, что там касается задания 40-го, там тоже есть 10%, то есть плюс 25 еще. Поэтому 273 слова, у меня тоже 273 слова, тоже не сильно меня, скажем так, доставляет какую-то головную боль. Но если ребенок пишет больше, то есть 276, 80, 290, или пишет, например, там 160, 170, то выступает следующее. Эксперт рассчитывает ровно столько, сколько было обозначено задание, максимальное обозначенное задание количество слов, то есть 140 или 250, и проверяет только их. Соответственно, вы сами понимаете, что в личном письме у вас вылетает, зачастую вылетает завершающая фраза, подпись, иногда и ссылка на будущий контакт, а иногда и часть вопросов. А это уже сказывается на А, организации текста, и Б, на содержании. Вы теряете как минимум 2 балла, а можете и больше потерять. Ну, 2 балла, как правило, теряются. 1-2 балла. А если вы говорите про задание 40, то у вас очень часто из-за этого вылетает в заключение, иногда вылетает ваше возражение оппонентам, а это тоже потери баллов, может быть, там 1, 2, 4 балла можно потерять. А как вы предлагаете оценивать, скажем так, поставить градацию ошибок? То есть эксперты будут проверять работы, будут еще и подсматривать шпаргалку, соотносить. Но это же базовый уровень, коллеги. 39 – это базовый уровень. То есть я не должен совершать никаких ошибок. Если я не могу сказать что-то сложное, я могу написать просто. Нет же дополнительного коэффициента за сложность. Коллеги, я сегодня прошел то же самое. Я сегодня пытался, понял, что если я буду писать сложно, 39-е письмо, у меня будет получаться каждый раз 180 слов. Или красиво. Да? Поэтому я пытался максимально себя упростить. Можно еще проще писать. Я уже предлагал, попробуйте это сделать самостоятельно. Не обязательно делать в условиях реального экзамена. Я понимаю, что реальный экзамен – это стресс, его можно, скажем так, избежать, если вы делаете, например, там, на работе, но не подписанным вниманием контролера, да, или дома. Но для начала нужно попробовать самому это сделать. По поводу 2020 года и ОГЭ по немецкому языку, точно ли будет… В прошлый раз уже говорил, что у меня нет… Я не могу такие вопросы точно достоверно ответить, потому что не располагаю необходимой информацией. Почему? Разные причины, может быть, в силу там, того, что не обращаю внимания на какие-то сообщения Рособорнадзора. Учебники БИМ – это хорошо, но есть еще учитель. Любой учебник надо адаптировать, мы должны, я это очень хорошо понимаю. Да, он требует адаптации. Под класс, вот еще что-то. А есть, во-первых, пособие наше же по письменной части, есть пособие наше по устной части, есть сборник «Я сдам ЕГЭ», есть линейки просвещения «Горизонты Вундеркинды», которые включают в себя эти задания тестовые на подготовку к ЕГЭ. Пример написания писем и эссе, пример вот раз есть, был еще пример в других разных презентациях. Один или два точно были. Там важен не пример, а важен принцип. Поймите правильно, важно, чтобы ученик, который пишет у вас эссе и письма, получал от вас обратную связь. Это не так, это не так, это сделай вот так. Потому что пример – это здорово, но в письме поменялись вопросы, поменялось ключевое событие, по-моему, задать вопросы, и все, я уже ничего не могу сделать. А в эссе, вы называете это эссе, но пусть будет эссе, да, это еще сложнее. Другая тема выскочила, и все. И оно на 10% можно превышать норму по объему.
Я ее не превысил. 274 и 153. Возвращаемся к тому же самому вопросу. Если ребенок пишет работу, пишет эссе, и уровень сложности эссе B2, формулировка темы не должна быть на уровне А1 или А2. Нельзя формулировать тему для этого сочинения «Гуркин зин пизунки». Не напишите. Она вполне может себя включать лексику. Я знаю, про что вы говорите, да, «цуфелесич», но это слово уровня B1, ребенок должен его знать. Или, например, был у нас пример с «унтерхальден», да, но это слово уровня B1, базовое, активное слово. Не знаю примеров, может быть и есть, кто-то из коллег, возможно, делал. Что касается нас непосредственно и просвещения, задумались, может быть, даже и сделаем. У разработчиков нет задачи поставить ребенку минимальный балл. У разработчиков есть задача проверить максимально объективно и максимально одинаково всех. Вы это уже видели на примере лексики и грамматики. Коллеги, если вы считаете, что там сложно, окей, считайте, что там сложно. Бывают, не каждый год, но бывают. Их не намного меньше, чем по сравнению с другими предметами. У англичан тоже, знаете, стобальники не тысячами исчисляются. Немцы тут ЕГЭ чуть хуже, чем англичане, на полбалла. На балл, на полтора. Себе как лектору? Оу. Честно, не знаю. Не знаю, не знаю. Конечно, засчитывается. Если вы напишете на уровне А2 эссе, вы имеете в виду такая более-менее простая лексика с повторами, но если вы посмотрите критерии оценивания, вы получите за это баллы. Почему? Получите. У вас как минимум есть содержание, которое точно будет оценено не как отсутствующее, а как, может быть, неполное или неточное. Есть организация текста, которая не имеет никакого отношения вообще к содержанию. Вы какие-то планы выполните. Есть. Опять же, лексика. Это не 0 баллов. Да, это как минимум 1 балл уже может быть. Да. Есть, опять же, грамматика, вы не делаете ошибок. А грамматика не предполагает оценивание сложности вашей конструкции. Про печатные пособия есть. Есть как минимум 3, которые я уже называл. Есть современные учебники. А есть, пусть просвещение слегка на меня обидится и рассердится, есть и иностранные, опять же, разные тестовые задания, которые тоже помогают подготовке к ЕГЭ, потому что, по сути дела, тоже направлено на формирование навыков, там, и умение аудировать, умение читать. Да, формат другой, ну и что? Понравилось мне выполнять задание ЕГЭ, мне было интересно и познавательно, правда. И устную часть, и письменную часть, я все какие-то вещи узнал. Вот. У меня, честно, на письмо 39 ушло больше, чем на письмо 40. Пришлось больше резать и больше продумывать, потому что слов мало не хватает. Мне побольше слов, но нельзя. Перейдется на английский язык вместо немецкого. Пока такого желания не было. Доучить его желание было, а вот переучиться зачем? Я за многоязычие в нашей стране. Больше пособий. Эх, было бы чуть побольше времени. Ну, переучить и переучить, ничего не поделаешь. ВУЗ должен выполнять все-таки план набора. Опять же, специалисты. Давайте пока остановимся с вопросами. Осталось выбрать самые интересные, и это будет очень сложно. Это будет безумно сложно сделать. Попробуем посмотреть.
чтобы не забыть. Было безумное количество, то я просто хочу понять, из чего играть дальше. Ну, осталось немножко. Коллеги, давайте я тут между тремя вопросами пока выбираю. Колеблюсь. Давайте все-таки в качестве самого интересного-коварного вопроса, там был потом еще маленький комментарий по поводу письма, выберем все-таки вопрос Галины Чернявской. Почта, я не запомнил, где-то было, но в чате, по поводу того, то было замечание, совершенно замечательное, по поводу начало. Да. С несогласием по поводу высокой оценки второго абзаца. Вполне себе замечательный вопрос. А по поводу завершающий комментарий по поводу, как было бы правильно написать, да, наверное, может быть и да. Но только вы упускаете один важный момент, с которым, опять же, я как пишущий данное письмо столкнулся. Я, к сожалению, был ограничен количеством слов. Я бы не смог так развернуть, хотя вариант «zum lernen verwenden nutzen» очень даже было бы неплохо. У меня просто не было же возможности так много всего делать и так много слов писать, как это потом при Анне Викторова указывает в качестве второго варианта. Я бы вышел за лимит тогда и потерял бы некоторое количество баллов. А «zum lernen» окей. Почему бы и нет? Я просто знаю, что это правильный вариант тоже. И доказал бы это на операции, что он правильный. Да, спасибо большое за внимание, спасибо большое за вопросы, за корректировки, уточнения и за разные острые вопросы. Всегда рад с вами пообщаться и всегда рад ответить на эти вопросы, донести свою точку зрения, ну и какие-то вещи показать и рассказать. Завершая нашу встречу, хочу сказать, что то, что было представлено на суд ваш в качестве примера выполнения заданий, все-таки не нужно считать эталонным. Это было мое выполнение двух заданий. Я ориентировался на разные критерии и пытался их все учесть. Спасибо большое за внимание еще раз. До новых встреч. До свидания.